вот так вот чуть-чуть втарились и поехали на рыбалку. Итак, всем привет! Приехали мы вот в такое вот место отдыхать на несколько дней, точнее на 4. Будем тут рыбачить, забирать грибы, готовить. Так что смотрите, думаю, будет интересно. Вот это вот наше Обское водохранилище. Тут вот такая беседочка, сейчас палаточку поставим. Прям за нашей спиной вот тут вот озеро. Так что все отлично. Потихоньку начали обустраиваться. Поставили шатерчик. Это вот у нас палаточка, склад будет. Такой вот шатерчик себе делаем. От солнца, от ветра. Вот такая вот у нас здесь красотища. Там вот уже бор. Вроде говорят, гриб белый есть. Завтра пойдем смотреть. Сегодня успеть бы расположиться вовремя. Вот такое вот у нас место здесь. Лавочки, умывальники. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Здесь вот сейчас будем ловить малька. Взял такую вот раколовочку. Сейчас хлебушка туда. И посмотрим потом, что будет. Так, ну вот, друзья, поставил раколовочку вот сюда вот. Через полчаса, где-то минут через 40 пойду проверять. Там должно быть уже нормально живца. Вот уже вечерок. Такая вот красота. 2 килограмма сразу антрикотов. Это прям, ребят, сок. Сок прям. Тут начались взрослые напитки. Да. А мы начинаем ужинать. Время 6 утра. Сейчас поедем поставки проверять. Потопали на рыбалку ловить карасиков на озеро. Вот это вот утром место я нашел. Пришел, расположился, ловлю карасиков. Пока что мелкие попадаются, хвастаться нечем. Поклевочки вон, как видите, идут. Вот такие тут вот карасики ловятся, золотистые. Поклевки идут, вот немного закормил место. Не успел заснять, но вот уже покрупнее карасик попался. Вон сколько малька плавает. Ложит. Тащи, тащи. Есть. Это маленький. Опа, есть. Пошел. Такой вот уловчик, такие вот карасики. Ну, солнце уже высоко встало, поэтому жарко стало. Пойдем мы до лагеря обедать. Порыбачили довольно-таки неплохо, с учетом того, что здесь такие карасики только и ловятся. Вечером придем еще рыбачить. Пока мы ходили на рыбалочку, вот такую похлебочку приготовили. Так что все идет по плану. Такая вот красотища. Жишки. Видно, не видно. Вон там он. За лодкой уже наши поставки стоят. А это вот ребята троллингом занимались. Сейчас вот остановились. Так, спиннингуют. Ну вот, наступило утро следующего дня. Немного мы выбрались в лес пособирать грибочков. Вот, ребят, смотрите, как он спрятался. Красавица. Как вы думаете, вот под этим вот кустиком что у нас прячется?
белый. Ребята, в каракане белого полно. Вот, ребята, вот еще один. Смотрите, какой красавец растет, а. Вот какой красавец попался. Вот еще один. Еще один. Белые грибы попадаются, и попадаются довольно-таки хорошо. Поэтому сегодня у нас будет тихая охота. Ну, вы просто полюбуйтесь, какая красотища. Такие вот красавцы тоже попадаются. Вот, с грибами закончили, потопали на рыбу. Вот это вот грибочки с картошкой. Вот такая вот красота получилась. Зеленку всем кидать? Нет, да, я себе уже кинул. Зеленку туда, синьку нет. Синьку нет. Вот такие вот тут места. Время 8 часов вечера, солнце уже спряталось за горизонт. Еще где-то минут 30-40 и начнет темнеть. И вот уже третий день отдыха у нас пролетел. Завтра уже будем собираться. Сегодня будем готовить вечером. Еще там карасиков наловили, пожарим их в муке. Там сейчас капуста, кабачки с белыми грибами. Ассортимент блюд у нас вообще не ограничен. Все было офигенно. Это просто сказка. Смотрите, тут сказочное озеро, сказочный лес, здесь просто офигенно. Смотрите, что тут рядом творится. Вот это вот озеро, а вот это вот за нами бор. И в этом бору растут белые грибы. Маринуем, вернее, томим кабачки. Масло, мазик и чеснок. Неправильно. Жарим сосновую кору. Есть нечего. Всем привет. Ну вот, четвертый день отдыха. Сегодня вот уже в обед собираемся ехать домой. И пока все спят, решил еще походить по лесу, пособирать белых грибочков. Ну, это уже домой. Сегодня они уже точно не пропадут. Думал, пойду самый первый, а тут, оказывается, уже вон люди ходят. Вот и первый белый попался. Один спрятался, чуть не прошел его. Так вот идешь, раз, вот такой вот попадается. Вот, полюбуйтесь, какая красота. Хоть уже прошло 4 дня, и народ тут шарится, собирает грибы. Они все растут и растут. Прямо вот тут же за деревом еще один попался. Вот прям, считай, по дороге иду. Вон туда он на горочку ходил. Хотел сходить посмотреть. Вот прям около дороги, смотрите. Тоже попадается. Вон, смотрите, тоже спрятался. И вот то, что надо. Вот где их надо собирать. Прямо на дороге. Лес уже весь туристы перешерстили. А вот такая вот старая дорожка. Прямо на ней. И смотрите, как растут. Вот он, мастер маскировки. Спрятался. Чуть не прошел его мимо. Вон прям издалека заприметил. Ну что, друзья, собираюсь я уже идти на базу. Практически уже к ней подошел. Вот там он уже слева, как вы видите, озеро, на котором я вчера рыбачил. Столько вот у меня получилось утром. Ну, где-то за час мне собирать белого гриба. Я думаю, этого достаточно. На жареху хватит.
Тоже немного проголодался. Там уже, скорее всего, парни что-нибудь приготовили. Так что топаю я на базу. Здесь вот еще пока иду, смотрю, может, еще какие грибочки попадутся. Вот так считаю, утро уже провел не зря. Все отлично, грибы белые есть. Будет. Это вот у нас будет завтрак. С десерта, да? Да. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.